Всем привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Store. И сегодня у меня на обзоре два товара, которые мы заказали на краудфандинговой платформе Xiaomi. Это товары, если их как-то попытаться классифицировать по категориям, наверное, из категории красота и здоровье. Это одна расческа, виброионная расческа, да, как тут написано на английском языке, и некий триммер от этой же компании, который сделает расческу для бровей там и всяких небольших волосиков на лице, как тут нарисовано. Ну, как вы, думаю, уже поняли, это все товары преимущественно для женщин, для ухода за собой. Вот, ну, давайте разберем их, посмотрим, что это такое. Начнем с этой расчески. Упакована она вот в такую белую коробку, на которой написано название этой компании. Ну, и написано, что это такое на китайском, видимо, языке. И на английском написано курсивом, что это массажная ионная расческа. Открываем коробочку, отложим пока триммер в сторону. Так, ну, в коробке нас встречает непосредственно само устройство. Выглядит оно скорее как компьютерная мышь, Apple. Вот, но достаем мы ее и понимаем, что это все-таки расческа, щетка. Обратите внимание на какой прикольный градиент вот здесь такой, от нежно-розового к такому пастельно-голубому фиолетовому. Здесь лаком нанесено название, видимо, это является логотип вот этой компании. И все это выполнено из пластика. Просто тут матовый пластик, здесь тоже какой-то черный ABS-пластик. Так, то, что я тут вижу, это сама просто щетка, да, как обычная расческа. Ничего такого выдающегося, каких-то, я думаю, суперматериалов тут тоже нет. Это все резина и пластик ABS. Справа и слева есть переключатели. Справа это конкретно тумблер на мощности режим работы, как я понял. И вторая это блокировка, то есть открывается вот эта часть, и сюда нужно вставить две батарейки, которые, скорее всего, должны лежать в комплекте. Либо там будут аккумуляторные батареи. Батарейки формата 3А, мизинчиковые. В комплекте с устройством также идет инструкция с QR-кодом, который ведет на сайт производителя, и также все на китайском языке. Инструкция, как все собрать, какие технические характеристики и так далее. А также вложена еще одна коробочка, в которой внутри есть чехол, да. Да, это чехол с какой-то антистатичной внутри поверхностью, и снаружи он такой бархатистый, пушистый, как халатик, мягкий, в который помещаться будет эта расческа, и, видимо, для того, чтобы носить это в сумке и не повредить ничего, и все было удобно. Ну и также идут в комплекте 2-3 батарейки. Кстати, обратите внимание, положили сюда батарейки фирмы Mitsubishi Electric. Нужно все это убрать и вставить батарейки в расческу. Закрывается расческа вот таким в одну сторону, то есть тут не ошибешься. Вот таким язычком вот в эту кнопку с замком, сначала противоположная сторона, а потом вот это защелкивается и кнопка перещелкивается. В принципе, вот я вижу только два режима переключения этого тумблера. На одном написано ION, и на втором нарисована вибрация через слэш с ионом. То есть тут еще добавляется виброрасческа. То есть вот он, пожалуйста, она завибрировала. Она будет крутиться и сильно противно жужжать сейчас на микрофон. Но она вибрирует и постоянно это делает. Видимо, это что-то благоприятное делает для головы, какой-то массаж. И также вот здесь вот это диоды какие-то, видимо, излучатели вот этого ионного излучения, что тоже, насколько я знаю, там как-то благоприятно влияет на рост волос. Ну и как-то в целом просто поддерживает в тонусе что-то на голове, там, вашу кожу, ваши луковицы. Вот, ну, в принципе, с этим устройством, я думаю, все. Больше тут показывать на нем нечего, никакие приложения к нему не подключаются. Всего два режима. Батарейки в комплекте и отличный чехол. То есть просто покупайте и пользуйтесь. Думаю, кому-то такую штуку будет приятно получить в подарок. Преимущественно, думаю, конечно, это все-таки девушка выберет такой товар себе в подарок или просто захочет его купить. Так, переходим дальше. Второй товар — это триммер от такого же производителя. Вскрываем блистер прозрачный. Никакой красивой коробкой и упаковкой в этот раз с этим устройством нас эта компания не удивляет. И внешний вид сразу можно как-то оценить то, что немножечко отличается от того, что там было. Там все было как-то более все минималистично, а тут мне прям в глаза бросается вот такой какой-то фиолетовый рубин, который также продублирован, еще нарисован, напечатан на коробке вот этого блистера. Как-то все более дорого блестяще выглядит, но на деле как-то выглядит более дешево. Давайте откроем до конца. Итак, достаем наше устройство, и вот тут еще оказался блистер, где мне было не видно снаружи, что там что-то еще внутри есть. Так, сейчас мы посмотрим. Также тут свернута инструкция. Как всегда, это слиток на китайском языке. Да, с какими-то основными просто техническими характеристиками и инструкцией. Так, что тут за комплект? Так, в комплекте я вижу бутылочку, предполагаю, что это, наверное, смазка или какой-то для очистки лезвий и жидкость, но, скорее всего, это смазка обычно такую, да, пихают даже в обычные машинки для стрижки волос. Также в комплекте идет кисточка, да, соответственно, тоже очищает саму лезвицу вот этой щеточкой, все из такого серого пластика сделано, и также две насадки по, видимо, да, с длиной
насколько стричь получается. Вот одна насадка двухсторонняя, 4 мм волос и 2 мм волос длиной оставляет. И тут вторая насадка, это 6 мм. То есть получается, одевается вот так наш триммер. И если у вас сильно там густые брови, борода, там не знаю, что этим триммером еще можно брить. Также тут то, что нарисовано на коробке, это, как правило, растительность на лице, да. То есть триммер для бровей, для усов, я предполагаю, что хоть он даже такой со стразиком, с бриллиантом и блестящий, в принципе, подойдет для, наверное, бороды. Может быть, борода все-таки, наверное, мужская грубовата для вот этого маленького устройства. Ну что ж, это все пластик-пластик, чехлы, колпачок тоже можно закрыть, и выглядит как вот такая, наверное, какая-то женская тушь или лазерная указка, непонятно, или ручка. Вот, тоже очень блестящий фиолетовый пластик. Это подвижная головка, как нарисовано также на коробке. Мне это отсюда видно, вот тут показан угол наклона 25 градусов, видимо, для удобства. Работает она на одной 3А батарейке. Вот здесь для нее слот. Я думаю, мы сейчас позаимствуем батарейку Mitsubishi из щетки, в которую мы только что вставили ее. Без труда вставляется батарейка и защелкиваем. Также не перепутать, где кнопка, тут вырез. Все вставляется и, в принципе, можно включать. Да, кстати, это щеточка с подсветкой. Вот зверские лезвия заработали, зажужжали. Если честно, думаю, будет все работать как-то тише, но... А в руках как-то ощущается все совсем по-игрушечному. То есть, если вы держали машинку для подстригания волос в руках, то она очень сильно вибрирует, вы чувствуете, что там прям ножи бегают. А здесь как-то она дребезжит, и я вообще никаких вибраций не чувствую. Может быть, это, конечно, лучше. Рукой можно будет намного точнее работать. Я не знаю, там, как это делается правильно, стрижется что-то на лице. А вот такими вещами. Вот, но, в принципе, я думаю, тот, кто этим занимается, оценит данный гаджет, данный аксессуар. И также оценит этот режим подсветки. Наверное, чтобы делать это, ну, не в темноте, а чтобы было более ярко видно места, которые вы подстригаете, так сказать. Вот, ну, в принципе, больше мне об этом товаре нечего сказать. Да, вот это, я уверен, все-таки смазка для лезвий, потому что они тут бегают туда-сюда. А, да, если тут приглядеться, посмотреть поближе, тут такие как бы две полоски лезвий с зубчиками, которые ползают туда-сюда очень-очень быстро. И, видимо, все-таки это смазка, чтобы они, так сказать, не закислялись там между ними, ничего не образовывалось, все это смазывать, чтобы все так же гладко ходило, чтобы это дольше прослужило. Ну, на этом, я думаю, мой обзор можно закончить. Вот такой небольшой обзор на два товара из категории «Красота и здоровье». Товары с краудфандинговой платформой Xiaomi, так сказать, для женщин. У нас подобного на канале мало, каких-то подобных аксессуаров. В основном это все всякие камеры и так далее, новинки. А здесь все же немножечко другие гаджеты и устройства из другой категории. Вот, на этом обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!